какая-то такая розовая вся. Да. Прикольно выглядишь. Слушай, ты прям бежишь, да? Давай притормозим немного с тобой, прям пообщаемся. Ну, пару минут прям, я тебя не буду там задерживать, пару минут с тобой тормознем. Человек, у меня нет времени с вами тормознуть. Ладно, давай. А ты такая прям блондинка прям. Да? Да. Ты какой-то здесь такая клевая штука. Как-то сердечко такое прям. А ты здесь, видимо, работаешь, наверное, да? Раз у тебя нету верхней одежды. Ну, как-то, да, я сразу хочу на «ты» переходить, потому что, кто знает, вдруг мы поможем пообщаться. Слушай, а давай остановимся, прям буквально пару минут пообщаемся с тобой. Я пропрыгну после работы. Ну, и прям 2 минуты, я тебе много времени займу. Остановись. Да остановись, пару минут прям. Я не планирую работать. А, да подожди, мы похихикаем, постоим чуть-чуть с тобой. Нет, неправда, обеденный перерыв закончился. У тебя такая, знаешь, это индейская какая-то сумка. Да, да, немного. Прикольно выглядишь. Такая еще улыбчивая. А ты что, бежишь в туалет, что ли? Нет, прям дальше. А, прям? Да. Ой, понятно. У тебя такие какие-то здесь ямочки прям позитивные. Слушай, а давай прямо здесь тормознем немного, пообщаемся с тобой. Давай. Какая-то такая прям добрая вообще, прям сама доброта. Ну, я сам никуда не тороплюсь сегодня просто, поэтому... А, такой... сейчас вообще все как куда-то бегут, мне потому что Новый год. Сейчас все бегут. Да. С подарками? Все, да, подарки. Самый последний момент, как всегда. Да. Даже некоторые еще на Новый год не знают, чем заниматься, что делать. Да. Ну вот, не знаю, я к родителям, думаю, сгоняюсь. Я тоже. Я просто завтра уезжаю, у меня сегодня единственный свободный день, но он свободный, это круто. Да? Да. Слушай, круто. Меня, кстати, Коля зовут. Меня Сима. Сима? Серафима, да. Серафима. У меня кошку звали Сима. Она была такая вообще, знаешь, прям очень такая агрессивная, ужас. Она такая кусачая была, пипец. Блин, Симочка, прикольно так. Слушай, а пойдем кофе попьем с тобой сейчас вот здесь вот. Прям сейчас? Давай, может, в следующий раз, не знаю. А в следующий раз у тебя сегодня только какая-то у тебя прикольная это здесь. А, это я думал ремешок. Нет, это футболка. А это что, юбка кожаная, что ли? Да. А, такая. Любишь такие штуки всякие. Кожаные здесь, тут. Да. И пальто у тебя как интересное какое-то. Ну, мне вот нравятся люди на стиле, знаешь, каком-то таком своем. Ну, это, кстати, русский дизайнер, это Гасилия. А как? Гасилия. Гасили? А мне показалось не такое английское что-то. Ну, неплохо получается. Неплохо, да. Мне вот эти нравятся воротники, когда они, ну тоже видишь, то есть как-то клевые. Ну, знаешь, единственное, конечно, приходится брать уже шарф. Да. Ну, а мне накручивать. Хорошо, все просто. Пойдем, короче, я тебя кофе угощу, классно. День здесь. Там я вчера сидел. Есть, короче, прикольная. Ну как она прикольная? Кофемания? А? Кофемания? Она. Ну там что-то. Да, по-моему, конечно. Кофемания? Кофемания. Там кофе хороший, да. Пойдем. Ну так недолго, не конечно. Играйте. Да ну в чем пойдем. Да с ним просто приятно даже как-то пообщаться. Давай вот так. Давай. Сим, ну у тебя очень необычное имя. Настроения не хватает. Вот сейчас будем создавать друг друга, короче. Будем создавать офигенное настроение друг другу. А ты не помнишь, она на третьем или на втором? Я не помню, но по-моему... Но, по-моему, на втором она, да. Она... А вон, да, лестница как раз. А вот привет. Так, ты, значит, к родителям думаешь, да, сорваться? Да, надо. Ну, как бы Новый год, но как иначе? Ага. Да. А ты откуда? Я из Тольятти. Да ладно, ты брось, блин. А ты откуда? Пипец, я встал. Да, ты серьезно тебе говорю, вообще, я в шоке просто. Серьезно, да опять. Пипец какой-то. Ну просто я в шоке, реально, это просто. Блин, ты отвечай, блин, я не знаю, ну как тебе. Блин.
Короче, с 8-го квартала. Ой, это какой-то крышеснос. Ну, какой? Это трэш. Это трэшак полный. Это бывает? Я хрен знаю. Видимо, короче, вселенная, блин, благосклонна, короче, к нам. Вот так вот москвичи, блин, вообще. Нашли, короче, такие друг друга, блин. Да, да. О, офигеть. Ой, не могу дальше. Слушай, ну прикольно. А ты сама откуда? Ну, в смысле, из Тольятти, откуда именно? Из Тольятти, ну смотри, я жила большую часть времени вообще в Комсомольском районе. Ага. Вот. А как бы родители, у меня сейчас мама за городом живет. Вот. А папа, у него квартира в рядом с Паркхаусом. Угу. Кудашева. Вот, понял. Просто они недавно переехали. Это забавно. Вообще забавно. Это вообще, это надо писать, это круто. Так, где она? Там хороший кофе. Не пробовала раф ни разу. Сейчас попробую. Раф. Отличный кофе. Он сладкий, там сливки. Ага. Но он очень крутой, то есть можно добавлять сахар, вот. Угу. И, ну, я не знаю, то есть некоторые любят, если крепкий кофе, да, то, наверное, это не для тебя. То есть это больше, наверное, кофейный напиток. Ну, типа латте, что-то из этого. Потому что я не особо такой кофеман, и вот кофейный напиток я люблю. Ну, да, я тоже не особо такой, да, как просто кофе. Многие так, знаешь. Ну да, тащится там, без кофе не могут там, жить. Да, просто. Ну, просто иногда приятный кофе, это прям по кайфу. Да, это точно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Да, можно вот здесь присесть. Сажусь. Ну-ка, что ну, за ценим? Пробуй. Даже без сахара можно, он очень сладкий, там сливки. Ну да, клёвый. Раф. Это, кстати, русское изобретение, то есть раф кофе, его изобрели в России, в Москве. Да? Да. Ребята, не знаю, какой кофейня, вот придумали именно в России его. Недавно. Ну так, года два назад. Забавно. Слушай, ну кофе классное, правда. Прям оно стоит вот того. Блин, ну как так вообще? Слушай, я просто в шоке. Я в шоке тоже сама вообще. Блин, нашлись. Привет. Стольятти. Не, ну просто очень. Представляешь, какая это вероятность вообще этого всего. Прикольно. Не, ну да, это забавно. У тебя какие-то такие черные эти ногти такие прям, да? Да они не черные, они серые. Ну, ты, тебе нравится какой-то такой легкий стиль, такой серенький, да? Ну да, я люблю. Mm-hmm. У меня это какой-то уже прикол, мне кажется, каким цветом ногти, ребята. Три варианта: синий, серый и черный. Тебе такие волосики, знаешь, такие прям нежные-нежные какие-то прям вообще. Да, такие прям вообще. А ты как блондинка, да, получается? Ну, вот русая волны, такая. Да, это мои волосы. Угу. Вот. Такие они тебя очень такие, не знаю. Так приятно, знаешь, как нежненькие. Блин, ну слушай, надо же как. Я просто даже как-то, ну, не верится. А ты по работе сюда или получается? Я по работе, конечно, да. Ну смотри, у меня как бы там есть своя тема, которую я как бы сейчас ее там оставлю, то есть надо хату еще там и квартиру сдать. Вот, и уже, то есть я приеду, все дела там доделаю. Вот, ну, правильно. Да. Чтобы какой-то доход получать. Естественно. Блин, это... Сейчас, слушай, иди сюда, я говорю, как так вообще? Блин, неужели такое бывает? Вот так. Знаешь, на Новый год, да, такие штуки какие-то. Блин, это точно, да? Можно фильм какой-нибудь снять просто на эту тему. Точно. Может, нас... На короткометражку точно тянет уже. Может, нас снимают, знаешь, а и мы в фильме. Мы просто в каком-то сериале, короче говоря. Да. Слушай, это просто удивительно. И помнишь, там может быть фильм такой, называется как-то сейчас.
«Интуиция», по-моему. Да, помнишь? Да, там этот... Он как раз новогодний, рождественская такая тема. Да, он новогодний, рождественский, да-да-да. И там вот такая как раз тема произошла. Точно, точно, точно. Кто там? Кейт Бейсинджер снимается, и актер еще. Блин, очень крутой, крутой фильм, кстати, мне прям нравится. Они там что-то с перчатками замешаны. Да, с перчатками. Ну, они типа познакомились, такие ля-ля. Есть девушка? Есть девушка. Есть парень? Есть парень. Ну, ок, такие, все, ну, все, пока, такие, раз. И потом опять забыли что-то и вместе опять встретились. Несколько раз уже было. Блин, забавно, да. Фильм веселый. Да, блин, вообще. Есть. Ну, как ты так, знаешь, как такие, знаешь, это... Как это называется? Как будто как ковбойские какие-то такие туфли. Ну ты какая-то такая, да, у тебя вот это, то есть, даже я заметил, такая индийская. Чем ты меня, ну, так идешь как-то, почему она так разливается, я такой, блин, прикольно, как-то необычно что-то. Да. Ну скажи, здесь вообще, я просто хожу, кайфую вот здесь почему-то. Ну, здесь мне тоже нравится. Я сюда иногда приезжаю, ну, как-то поднять настроение. Я даже вообще про Москву, в принципе, здесь очень классно. Здесь очень здорово. И, ну, в центр, когда выезжаешь, все равно такое хорошее настроение, атмосфера новогодняя есть. Как вообще, вот я здесь хожу, знаешь, мне вот люди очень такие здесь какие-то такие прям позитивные. Приветливые. Такие. Многие приветливые. Говорят, что, типа, Москва такая, ну, очень агрессивная, но на самом деле здесь люди очень, ну, такие... на перспективу, пробивные, и мне кажется, очень наоборот приветливые. Uh-huh, даже. Uh-huh. У меня тут друзья недавно приезжали, и как бы они планируют уже приехать, что они как не могут вырваться, но у них в Самаре там завязана работа очень сильная, поэтому, ну, как бы перспектива есть, зачем им уезжать. Но они все тоже никак не могут там. Да надо, знаешь, я долго тоже, можно сказать, решался. Надо просто брать, короче говоря, и, в общем, ну, это делать. Да, да, да. Просто, что ты там думаешь, здесь это вообще будет, ну, не так. Это вот. Точно. Все точно. Поменяется. Блин. Тольятти. Дай что-нибудь тебе классное, дай ручку, дай свою. Я тебе сделаю очень приятный массаж руки какой-нибудь. Блин, офигеть. Вообще как-то... Процент, вот какой вообще может быть процент такого, ну, что такое может случиться? На один на миллион. Вообще как-то необычно. На связи Колян с Тольятти. Кто, может быть, видел предыдущее видео, там, где мы с моим другом Степой поймали Вову в городе Тольятти, оставляли отзыв после прохождения онлайна. Вот. Степы сейчас со мной нету, короче говоря, Степа в армии служит. Если ты увидишь это видео, Степ, тебе привет огромный. Ну, в общем, я решил переехать в Москву. На это меня смотивировал Вован и Юра своим, соответственно, примером. Вход в Москву я решил сделать через групповой тренинг, ну, Вовы, соответственно. Вот, я прошел его буквально, вот, получается, 2 дня назад он закончился. Ну и хотел бы, в принципе, немного рассказать, чем отличается, да, групповой тренинг от онлайна, который я проходил до. Ну, вообще, в первую очередь, это, конечно, компания, общение с ребятами, то есть это очень сильно мотивирует. Важный момент, то, что постоянно пинают саппорты, вот, они постоянно, то есть, контролируют выполнение заданий. Это очень сильно прокачивает, потому что где-то ты грубо можешь проебаться, да, там не сделать что-то. Вот. На групповом уже такое не получится. То есть здесь уже конкретно выполняешь на все 100, на все 200. Вот. Что еще хочу сказать? То есть подходы, которые я сейчас вот делаю, они вообще в корне, в принципе, изменились. Еще что происходило, это в Москве, сам тренинг. Соответственно, здесь очень много девчонок.
очень много, то есть попыток, очень много подходов, то есть и это очень сильно прокачивает. Например, в Тольятти, да, когда я подходил, там ходишь 2 часа, делаешь за 2 часа 2 подхода, и там, ну, максимум там берешь за один выход в поле, там один номер, и то там не факт, что вызвонится. Ну, в общем, результаты в Тольятти херовые. Вот. И это меня, в принципе, тоже смотивировало переехать в Москву, потому что здесь я, когда первый день вышел, в поле я просто охерел, потому что здесь девок, ну, очень много, просто, я не знаю, в разы. И, соответственно, подходов там, ну, сегодня, да, я не знаю, сколько подходов там, вот мы вышли на час, я думаю, где-то подходов таких хороших, качественных, 10 подходов было. То есть, и, соответственно, там с телефонами, да. Ну и вообще девушки сами намного лучше, то есть покачественнее, то есть и по внешности намного красивее. И, ну, такие есть и на пафосе таком. Ну, и, в принципе, с помощью тренинга там это, то есть, ну, как-то умеешь, то есть уже это, с этим делом легко справляешься. Вот, что еще хочу сказать, ну, в общем, спасибо Вовану, потому за то, что он сделал некую такую систему, которая реально работает, которая очень сильно прокачивает, вот, потому что я, кстати, ну, не только у Вовы проходил, там еще, ну, не буду называть у кого, проходил разные тренинги, тоже по пикапу, но такого эффекта я вообще не получал, потому что, ну, вроде они там говорят, все красиво, но выходишь в поле, все забыл и... Вообще, ну, практически ничего не работает. Там типа мотивация, пацаны, там идите и там и делайте. Это херня. То есть нужно конкретное задание, нужно конкретно знать, для чего ты это делаешь, что, в принципе, Вова объясняет. Ну и, собственно, что еще хочу сказать. Спасибо ребятам, то, что там подпинывали. Спасибо Тиме Котову. Вот. Сегодня, кстати, классные видосы засняли. Я думаю, то, что выложим их обязательно. Ну, всем всего лучшего. Всем качественных, классных девок, подходов. Вот. Что еще? Переезжайте в Москву, чуваки. Здесь вообще ситуация в корне другая. Здесь один день равняется где-то минимум месяцу прожитому там. Даже, может быть, и больше. Вот. Всем удачи. Все.